Холодное оружие в женских руках. Самарская шпажистка Ирина Охотникова стала бронзовой призеркой Кубка мира по фехтованию. А уже сегодня в Самаре спортсменка провела мастер-класс для воспитанников ЦСКА, поделилась секретами чемпионов и рассказала журналистам о своей победе. Его зовут Рома, сам ее товарищику. Раздавать автографы Ирина Охотникова еще не привыкла. Это ее первый опыт. Чего не скажешь о фехтовании. В этом спорте девушка почти полжизни и добилась немалых высот. Стала чемпионкой России и Европы, а на днях вернулась с бронзой с Кубка мира. Победить хочется всегда и каждому. Вот, но я не думала о победе. Мне очень хотелось доказать, что я смогу. Я очень хотела порадовать всех, особенно тренера. И у меня получилось. Друзья – спортивные партнеры, но не соперники. На мастер-классе чемпионка делится со сверстниками уже своими профессиональными секретами. Один показывает, другой берет защиту и с переводом колет. Сегодня она в роли наставника. Ее же тренирует заслуженный мастер спорта, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Валерий Владимирович Захаревич. Может сказать, это моя соседка, на одном этаже живем с ней. Вот. Пригласил, пришла. Ну, честно говоря, я мало верил, что она на что-то способна. Я думал, ну ладно, ну пусть соседка хочет, пусть занимается. Ну такая трудолюбивая оказалась. Все выполняет. Но одно удовольствие получаешь с ней работать. Сегодня Охотникова первая в российском рейтинге. Практически сразу после мастер-класса она снова уезжает на сборы в Москву. Мария Шпакова, Вячеслав Потоцкий, новости губернии.